Всем привет! Сидим на улице тут. Погода хорошая. Я с девушкой. Я пью Хью Гарден пиво. Пиво, кстати, очень классное. Вот сразу могу сказать. И все, блядь. Никаких других напитков я пока не хочу. Я въебал уже вторую банку. Вторую, точнее, открыл. Одну уже въеб. Вот, все нормально, нахуй. Наверное, нормально. Я не знаю, до чего меня это доведет в итоге. Но, блядь, пока нормально, нахуй. Пиво очень вкусное, блядь. Вот это вот пиво, вот советую, реально, нахуй. Вот этот Хью Гарден с нотками кориандра и цедры. Апельсин или лимон, там, я не помню. Но это пиво достаточно классное, блядь. Реально охуенно его сделали. Это об МБСС, что ли, блядь, я хуй знаю, сколько секунду. Да, это АБНБФФС. Я хотя на него обзор уже делал, но так на всякий случай. Вода питьевая, солод, пивоваренный ячменный, пшеница, кориандр и кожура апельсина, блядь. Хмелепродукты, хмель. А, яблочный пектин еще. Ну, интересную сделали версию, короче. Так что, с вашего, как говорится, позволения, извиняюсь, конечно, за все, да. Мой низкий поклон перед вами, друзья мои. Но въебу маленько, блядь. Нет, заебок качество, блядь. Вот это пиво хорошее, прям советую, нахуй. Ну, если я обзор записываю для того, кто уже бухает, нахуй. Кто не бухает, пить начинать никогда не нужно. Это я сразу говорю. Уже сотый раз это говорил. Оно, у меня кроссы вон такие, нахуй. Найковские, мне вообще похую. А, бля, пить начинать не надо. Ой, бля. Ну, пиво вообще пиздато. Вот. Как-то так. Сука, ну тут, блядь, конечно, оно не стандартное, нахуй. Все-таки это всякие там, блядь, кориандры, цедры апельсина, блядь, там что-то яблочный пектин, они чувствуются во вкусе. Но оно и делает это пиво оригинальным, сука, охуенный рецепт сделали, блядь. Вот прямо уважуха конкретная этим производителям. Пиво вообще классное, все, пока.